Вимушена переселенка із Бердянська Світлана розповідає, спочатку виїхали до села, що поблизу міста. Тому що ми з дітьми не гуляли на вулиці. І в селі ми во дворі гуляємо. Ну, і ждеш. Ти сидиш і ждеш, ти не знаєш, коли к тебе домой хтось прийде і зачем вони к тебе прийдуть. У нас одразу пошли ходити к охотникам, у кого були ружья, ходили к охотникам. Некоторых, кого дома не було, грабили, вибивали двері, забирали. А, допустим, і ходили просто к частным людям, но там заходили, иногда проверяли у некоторых паспорта. Ну, я не знаю, как они там по лицу смотрели. А некоторых просто ходили по двору, посмотрели, все позаглядывали везде и уходили. Ну, в городе точно так же. Они ходят, ищут пустые квартиры, переписывают, спрашивают, где хозяева, переписывают у всех паспорта. Я не знаю, зачем это делается, но вот потихонечку они начинают все районы в городе обходить. За словами жінки, виїжджали з міста, дуже хвилювались, рухалися гуманітарним коридором. Які були з Красним Хрестом, не вийшло виїхати, ми взагалі їх не вийшло. Ми сиділи з утра і до 7 вечора, тому що у нас 9 комендантський час, треба додому добратися. І ми їх не знаю, коли вони проїхали, як це все було, не знаю. І вийшло, що ми случайно побачили, немає зв'язку. Нету интернета. И мы случайно, маленькие когда провайдеры, есть там интернет, и мы прочитали, что будут ехать уже ростовские автобусы с буквами Z, и мы с ними выехали. На Васильевке нас поменяли, в украинские автобусы пересадили, и мы приехали. Выехали мы из Бердянска, должны были в 10, выехали в 2. По российской, вот получается, по оккупированной территории мы ехали, нас на постах никто не проверял, и паспорта не смотрели. И мы, наверное, в 7 часов были в Васильевке, но уже в Бердянске, ой, в Запорожье, пока мы были, наверное, было час ночи. Пока тут уже смотрели наши паспорта и все. Нині Світлана згадує про життя в окупації. Работы не стало сразу же, практически там через несколько дней, как началась война. Не было, ну, нет возможности, нет никакой работы, ты не можешь найти работу. У тебя даже если есть деньги на карточке, ты их не можешь снять. У нас через некоторое время стали закрываться магазины большие, которые супермаркеты. У нас Сельпо и АТБ, они закрылись. Позакрывались некоторые аптеки. Ну, закрылось практически все, ничего у нас не работало. Сейчас работает аптека немножко, и работают частные маленькие магазины, и рынок у нас, спасибо, что есть. Ну, деньги ты не можешь снять с карточки, тебе нужно стоять очередь. Ты, допустим, там 8 тысяч какой-то, и ты неделю ходишь в банкомат, чтобы снять деньги, да? Ну, по 1000. Ты ходишь, снимаешь, и все. Кто бабушки, допустим, пенсию получали на Укрпочте, они не получили. Ну, за апрель месяц они еще не получили. У нас сразу начали там некоторые раздевать, проверять наколки, проверять, там, может, кто-то, типа азовцев или еще кто-то ищут, чтобы следов от оружия, от бронежилетов не было. Просто вообще у нас сразу начали забирать активистов. Мы же проводили там в Бердянске митинги, ну, нас стали, забрали активистов, у нас была женщина-активист, ее забрали, продержали очень долго, у нас есть там колония 77-я, где у нас заключенные сидят, она была там неделю больше даже, вот, издевались над ней. Зараз Світлана разом із родиною збирається виїхати до рідних у Польщі і там чекати на перемогу України. Новини на Суспільному, Запоріжжя.